Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим счастливый случай, который изменит вашу жизнь. И сразу же нам выпадает паж чаш. Это приятная новость. Чаши – это эмоции. Это может быть в любой сфере, как и какую-то смс-очку, может быть, вы получите на любовном фронте, да, или может быть это приятная новость о поступлении денег, например, или о выздоровлении вашего близкого. Но это какая-то будет очень приятная, благая весть. Папа иерофант – это заключение сделок, договоров, может быть, подписание каких-то контрактов, или может быть, знаете, вот как раз-таки это мужчина, который появляется в вашей жизни. Но человек консервативный, человек может быть педагогом, учителем, гуру, который проповедует что-то, несет в себе какие-то знания, карта звезды исполнения желания. И это награды, как награды, которые вы давно ждали и которых вы достойны. Карта звезды – это карта интернета, может быть знакомство через интернет. Или вот смс-ка придет какая-то через интернет, которую вы давно ждали. Двойка пентаклей, когда вы будете находить баланс между духовным и физическим. И наверняка вы его найдете. Да, карта императрицы, вы та самая женщина, которая манкая, которая притягательная, которой просто нет равных. Это также поступление денег, это карта изобилия, как рок изобилия. То есть какие-то деньги поступят или какая-то хорошая новость. Это также может быть беременность, начало какого-то дела, предприятия. Что еще здесь? Ну, вообще замечательная карта Солнца. Это налаживание семейных отношений, решение вопросов в кругу семьи, счастье от обыденного. Это также может быть и дети, какое-то прекрасное развитие относительно детей, гармонизация отношений ваших близких и родных. Карты вообще просто как на подбор сегодня вышли. Замечательные. Пальчик вверху, слово благодарю. Пока-пока.